Итак, всем привет, с вами Арсений, магазин Токэмп и видеообзор вот такого вот рыма с направляющей вилкой для лодки ПВХ, который используется для фиксации якорного фала, веревки, и немножко о его размерах, ширина у нас 10,7, максимальная длина у нас получается 22 сантиметра, максимальная высота у нас получается 4 сантиметра, ширина вилки у нас получается 1,5 сантиметра, и ширина направляющая зубчиками получается 8 миллиметров. Вот. Итак, веревка стандартная для якорей 8 миллиметров. Вот, то есть она достаточно хорошо внутрь плотно садится, и уже в обратную сторону, то есть она никуда не выдернется. Вот, то есть накинули, зафиксировали. И по вилке эта веревка совершенно спокойно можно стравить вниз, вот, на нужную глубину, после чего зафиксировать, накинуть петлю, и ваш якорь будет зафиксирован. Данный рым выполнен из достаточно такого эластичного ПВХ, вот, то есть будет хорошо сидеть на вашем баллоне. Здесь у нас достаточно места для веревки и всего прочего. Итак, понравился данный рым, можете заказывать у нас на сайте. Подписывайтесь на наш канал. Рекомендую.